Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Поздравляю всех с 2020 годом и с Рождеством Христовым. И хочу показать, какие на данный момент цветут у меня орхидейки. Цветет вот такой вот фаленопсис стандартный. Мира называется сорт. К сожалению, он немножко имеет такой вид странненький, потому что я не обрезала цветоносы, они долго не отсыхали. Позапрошлым летом у меня была такая ситуация, что я обрезала цветонос, и, видимо, у одной орхидейки получилась инфекция бактериальная. Сгнивал, я сначала не обратила внимания, подгнивал, получается, вместе с резом начал мягкая такая гниль, мокрая, пошел цветонос гнить. И в результате, как бы, ну, инфекция постепенно перебросилась на все растения, которые я поливала вместе. Поэтому у меня от этой гнили погибло тогда, по-моему, растений 5 фаленопсисов. Вот, поэтому сейчас я, как говорится, иду на холодное, то есть стараюсь не обрезать, когда в холодное время года. Стараюсь это не делать. Вот. Порадовали меня в этом году дендрофаленопсисы. Это я раньше показывала, а эту мне порадовали меня дендробиумы нобели. Вот мой любимец, который, к сожалению, отрастил не такую высокую псевдобульбу, но тем не менее очень-очень активно цветет. Посмотрите, сколько у него цветочков. Они очень милые, ароматные. Вот. Первый раз зацвел у меня вот такой вот. Тут уже цветок один пока что на псевдобульбе, которая раньше еще заложилась, но он достаточно крупный, тоже ароматный, это светло-розовый. В принципе, камера хорошо передает этот цветок, и ярко-желтая губа, такое пятнышко. Вот, и из нобеля еще меня порадовал мой новичок. Он процвел только на старых бульбах. Вот такая вот красота. Вот такие вот симпатичные цветочки с контрастной темной серединкой. Сейчас попробуем сфокусироваться. Вот. И на еще на таких вот отросточках, которые кейки сбоку еще при покупке они были, то тоже так вот зацвел этот дендробиум нобели. Этот нобель, кстати, очень похож на... Понятно, что это гибрид, но он очень похож на нобели, который в природе растет, на природник. Вот такое растение. Еще много псевдобульб он нарастил, но еще ничего не процвело, кроме этих вот. И в этом году меня удивляет мой адениум. Он решил, что для него лето продолжается. У нас в этом году осень очень теплая была, много света. Вот. И он вот таким образом отреагировал. По сравнению с прошлым годом, он еще продолжает цвести. Вот, и сегодня у нас тоже мороз и солнце. Мороз небольшой, но солнышка очень много. Не успела я заснять, все откладывала. Вот мой такой гибрид, он уже отцветает. Цвел на 2 цветоноса. Вот, и в прошлом году он также цвел под Новый год. Если вы посмотрите прошлогоднее новогоднее видео, то вы увидите его во всей красе. Но, к сожалению, в этом году цветочки уже более мелкие. Мне это не очень понравилось. Вот, цветет красавица вот такая вот орхидейка. У нее есть название, я напишу в описании. Очень достаточно известный гибрид. У него есть вот краб на листьях. Видите, какой? И краб становится ярче, когда более-менее яркое освещение. Вот у него сам будет цвести цветочек, а это цветет деточка. Вот эта детка. И вот на этой детке цветонос. Вот смотрите, из 3 цветочков достаточно крупный. Ну, красивое растение. Вот. Отцветает уже, вот тут где-то закопался мой загипетало. Сейчас я попробую его достать. Вот. Немножко он меня в последнее время разочаровывает, потому что бульбы его становятся все мельче и мельче. И он какой-то такой
невзрачный. Вот это он уже отцветает, но были два симпатичных цветочка, но получается, что чем дальше, тем мельче бульбы и меньше цветения. Вот получается бульба, которая была изначально, а дальше это просто такая, получается, мелкая трава. Не развивается до конца бульбы, не знаю, с чем это связано. Вот. И красота моя ненаглядная, которая в первый раз зацвела у меня, это неожиданная была такая находка, когда-то купила ее по уценке, без цветения, не знала, как она зацветет. Мелкие очень цветочки у котлейки, но очень ароматные и очень-очень красивые. Вот у нее видео сейчас здорово передает все переходы на лепестках, красота неимоверная. Вот, и последнее, что покажу, это вот такой вот мини-фаленопсис. На этом все. До новых встреч!